Начало исследования березских курганов связано с тем, что в 90-е годы прошлого века на территории Горного Алтая стали изучать российские новосибирские археологи останков людей, сохранившихся в условиях мерзлоты. И в это же время были открыты мумифицированные останки людей в Синьцзяне, в Турфанском оазисе, в Тариме и так далее. Но в это время у меня возникла идея, почему бы нам на территории Восточного Казахстана, на территории Казахского Алтая, не раскопать такие курганы, которые могли содержать линзу мерзлоты. И вот в 1997 году мы проводили археологические исследования в Восточном Казахстане, у села Маемир. И тогда мы с нашими французскими коллегами поехали и посмотрели. Это березский памятник, и я тогда выбрал один из самых больших курганов. И в 98-м году начато исследование. В 98-99 годах мы раскапывали самый большой березский курган, известный сегодня как березский курган номер 11, где были обнаружены останки царствующих персон, можно сказать, мужчины и женщины в сопровождении 13 верховых лошадей. И этот курган содержал линзу мерзлоты. Благодаря формированию линзы мерзлоты в хорошем состоянии сохранились вещи из органики, то есть вещи из дерева, войлока, кожи и так далее, которые в обычных условиях не сохраняются. И вот это условие, это формирование вечной мерзлоты для нас сохранил в первозданном виде первоклассные вещи, которые характеризуют уровень развития художественной культуры этих народов, которые жили в конце IV, в начале III века до нашей эры в этом регионе и создали свою самобытную уникальную культуру. Носителями этой культуры, назвать создателями этой археологической культуры, являются, по нашим нынешним представлениям, народы, известные в китайских источниках как юэджи, а археологическая культура по месту первых находок называется пазырикская на территории Горного Алтая. Таким образом, в Алтайской горной системе вот где-то с середины первого тысячелетия до нашей эры и до конца третьего века до нашей эры развивалась вот эта уникальная пазырикская культура, принадлежавшая народам, которые известны в китайских источниках юэджи. Это государство, империи юэджи по некоторым источникам. Что за этот народ? Ну, существуют разные предположения. Мы чаще всего ссылаемся на данные Геродота о том, что в это время в этих горах, высоких горах, где постоянные снежные бури, живут народы, которых называют грифы, стерегущие золото. Они добывают золото, хранят, из них делают различные изделия. А рядом с ними соседи, Аримас подноглазые, постоянно нападает на них, тем, чтобы забрать у них золото. А рядом еще жили племена из седонов, аргипеев и так далее. Вот такие описания оставил один из
известных греческих путешественников Аристея из города Прокониса. И вот по его данным, потом, когда Геродот писал свою четырехтомную историю, эти данные он включил в свою книгу. Некоторые исследователи полагают, что вот эти горы, упомянутые Геродотом, это не Алтайские горы, а Репейские горы, это Уральские горы. Но большая часть исследователей склоняется к тому, что это он, речь у Геродота идет об Алтайских горах. Поэтому, так мы их называем, грифы, стерегущие золото. И в самом деле в искусстве полностью, почти на 100% превалирует образ грифа. Грифа и грифона, синкретического существа. И, собственно, вот в одном кургане, в царском кургане, было найдено навершие царского штандарта в виде скульптуры грифона. То есть грифон – это тело зверя и голова хищной птицы, клюва орла, грифа и так далее. Вот этот образ служил основой мировоззрения, мифологии этих народов, которые создали эту яркую культуру и государство Юэджи по китайским источникам. Ну, это греческие античные данные, иногда совпадает, это находит отражение и в китайских письменных источниках. Тоже самые китайские источники писали о том, что в это время в этих горах жили народы, одноглазые, у которых было государство. То есть это Имуго. Имуго. Го – это государство, и это один, и му – это глаз, это государство одноглазых. То же самое пишут античные путешественники, в этом совпадает. Это значит, это, мы полагаем, речь идет об алтайских племенах, которые жили здесь и добывали золото. Из золота делали различные украшения, произведения искусства и так далее. Что самое интересное, значит, в хорошем состоянии, уже говорил, сохранились все вещи из органики, и это позволило нам больше знать о материальной культуре этих народов. Различные ткани, аппликации, седлы с аппликациями, войлочные седлы, набитые шерстью, конское снаряжение, выполненное и вырезанное из дерева. Вот это самые замечательные вещи, они намного дороже, чем золотые изделия, они просто вырезаны великолепными мастерами из кедра, из лиственницы и так далее. Они сохранились благодаря вечной мерзлоте. Они сейчас хранятся в Национальном музее в Астане. Часть из них находится на реставрации. Замечательное произведение. Отражают они также религию и мировоззрение. Они созданы для сопровождения в инобытие верховных вождей, царей и кочевой аристократии этого времени. Берийский некрополь, вообще, это некрополь кочевой аристократии. Мы предполагали, предположили, что где-то в этом районе, на Римско-Бухтарминский каньон, в это время находился центр этого пазырийского государства, государства Юджи. И это, до распада, до удара гуннов, это в третьем веке до нашей эры, в конце третьего века до нашей эры, когда вот в это время в Центральной Азии образуется новое, другое кочевое образование, и вот они наносят удар этому государству Юджи, потом Юджи распадается на несколько частей, вот часть уходит туда на север, потом на запад, на юг, и вот те племена, которые которые ушли на юг, они вступают в контакт с племенами, близкородственными племенами, которые жили в Жетысу,
И вот в истории известно, что они, объединившись, совершают набег на греко-бактрийское государство, и после разгрома ими греко-бактрийского царства там же на месте образуется совершенно другое государство, Кушанское царство, Кушанская империя и так далее. А часть уходит на север и соприкасается и растворяется, вернее, в среде таежных народов, и там уже создаются другие какие-то этнические образования. На запад, вот в центральном Казахстане, в центрально-казахстанской степи, они также растворяются. И так, таким образом, это в конце III века исчезает вот эта яркая, уникальная пазырикская культура, созданная этими народами. Ну, распад, разгром этого царства связано с многими факторами, в том числе вот сконцентрированное вот это воинственное государство гуннов, государство, созданное Модершанюем. Они в это время имели свое вооружение более совершенные виды оружия, более совершенно боевой лук и так далее. Благодаря этому вот это происходит разгром этого государства. Ну, бесследно, конечно, это искусство не исчезает. Какие-то мотивы переходят вот это в гуннское искусство, потом в древнетюркское. Само государственность, конечно, исчезает, но вот созданные им вот эти духовные ценности, они не исчезают. В какой-то степени вот отдельные мотивы, хозяйственная культура, система ведения хозяйства, хозяйственный культурный тип, мировоззренческие некоторые ориентиры сохраняются через века вот, в культуре других кочевых тюркских и монгольских народов, в том числе и у казахов. Так, о Берели можно рассказывать очень много. Ну вот в 98-99 годах мы раскопали этот один курган, а потом до сих пор продолжается исследование, раскопали в течение вот этих 15 лет где-то около 20 курганов. Каждый из них уникален по составу этих археологических находок, обряду погребений и так далее. Но вот количество сопровождающих вот этих самых сопровождаемых вещей, они разные в зависимости от ранга погребенного. И вот еще что выяснилось. Все эти вещи при жизни этих персон не употреблялись. Они создавались только для погребения этого человека, для сопровождения этого человека в винобытие, особенно вот царские погребения. Там два царских погребения, как мы предполагаем, они вообще не были использованы при жизни. Это трассологические исследования показали. Даже вот изделия, вырезанные из рога оленя, тоже мы первоначально полагали, что они использовались в реальной жизни, они не были использованы, но это вырезано только для совершения обряда перехода в инобытие. Значит, сразу же после открытия, вот первых открытий берельских курганов, мы уже начали задумывать о необходимости создания музея под открытым небом, музея-заповедника. И вот тогда уже мы писали, уже говорили, начиная с 2000 года. И через некоторое время постановлением казахстанского правительства был создан музей-заповедник, определена была территория, выделен Министерством культуры штат. Сейчас функционирует музей-заповедник. Построены три здания. Но вот в перспективе,
когда полностью вот эта музейная инфраструктура будет создана по нашему замыслу, значит, там должно быть где-то, собственно, здание музея, и сами раскопанные нами курганы должны быть музеифицированы, то есть они должны полностью восстановиться, вот это облик, первоначальный облик, но копии должны быть выставлены этих лошадей, этих находок, оригинал хранится в Национальном музее сейчас вот это, в Астане. И территория ограждена, и потом вместе с, собственно, краеведческим археологическим музеем здесь мы хотели, чтобы развивался и туризм, то есть это объединив туризм с музейной инфраструктурой, мы получили бы уникальную возможность пропаганды нашей древней и современной культуры в этом стыковом регионе, потому что и в древности эта точка Алтая была стыковочная зона, и сейчас, собственно говоря, стыкуются территории, границы нескольких государств России, Казахстана, Китая, и там близко подходит граница Монголии.